17 февраля омские активисты провели акцию «Подари объятия другу», приуроченную к празднованию Международного дня спонтанного проявления доброты. С табличками в руках с просьбой обняться волонтеры собрались у Омского университета, чтобы согреть теплом и улыбками случайных прохожих в этот прохладный февральский день. Это инициатива самих студентов, потому что все равно на улице холодно, зима, а здесь ты выходишь и заряжаешься позитивом и энергией на весь день. Данная акция, наверное, позволит улыбнуться людям в повседневной жизни, ведь так иногда нам так не хватает каких-то простых эмоций, улыбок. У нас уже четвертая лекция с 8 утра. Конечно, устаешь, физкультура была, мы такие вышли, а здесь какой-то шум, весело, все обнимаются, конечно, это настроение поднимает. Психологи и ученые утверждают, объятия помогают снимать физическую боль и восстанавливать душевный комфорт, так что обниматься советуют как можно чаще. Люди обнимают себя так с улыбками, все позитивные, это очень, конечно, приятно, безусловно. Акция организована по инициативе Центра поддержки добровольческих инициатив. Студенты уже второй год с удовольствием принимают участие, потому что они не только дарят позитив другим, но и сами заряжаются положительными эмоциями.